химики появилось такое поколение людей, которые, как бы сказать, научились восстанавливать здоровье, как они считают, с помощью химии. А именно, что-то случилось, лечимся антибиотиками, потом, значит, нейтрализуем действие антибиотиков каким-то другим препаратом, и, наконец-таки, после всего этого восстанавливаем микрофлоры вот таким вот препаратом. Вот, мол, вот это вот такая хорошая вещь в современном мире. Но можно все что-то сделать и без антибиотиков, и потом без нейтрализации антибиотиков, и без заселения, как они считают, микрофлоры. После всего этого, то есть какие-то ходы пошли, сложноходовочки такие. Вот я занимался тяжелой атлетикой, и до эры анаболиков была разработана целая там система развития силы без применения, значит, каких-то химических стимуляторов. Вот она работала, то есть это большой труд был затрачен. Потом, значит, появилась эра анаболиков, и уже все эти знания отмерли, они не нужны стали. Появилось новое направление, как спортсмену подготовиться, используя вот эти вот все анаболические средства. А теперь же, так как их запретили, значит, использовать другие разного рода препараты, чтобы восстановиться. В итоге тут целая фармацевтика спортивная, которая рекомендуется для того, чтобы человек повышал результаты. То есть вот так вот знание претерпевает свои, так сказать, трансмутации, изменения. Что касается и лечения, и здорового образа жизни, разные есть подходы. Разные. И удивительные, и, так сказать, очевидные, и искусственные. И все они, естественно, дают в итоге различные результаты. Мне, например, заинтересовало, что человека пытали. Это когда мы читаем про христианских святых, мучеников. Содрали кожу, там чуть ли не кишки вывалились у него. Вот. Приходит ангел Господень и за какие-то считанные секунды восстанавливает его полностью. Полностью восстанавливает. То есть он выглядит еще лучше, чем до пыток. Вот интересные такие методы. Возможно, это звучит как сказка. Но у нас сказку надо сделать былью. Вот это вот интересная методика работы.
Ну, я примерно так считаю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!